трудоустройство без договора, задержка заработной платы, несоблюдение техники безопасности. Чем это оборачивается для работников и что грозит работодателям, нарушившим трудовое законодательство? О состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан рассказывает заместитель прокурора промышленного района города Самары Александр Горбунов. Смотрите программу «Прокурор в теме» 12 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».